Шаватов, дамы и господа, Брухим Абаим Ворнатан, в этот прекрасный Моцеей Шаббат, в этой прекрасной программе Мелаве Малка. Барух Ашем, мы рады видеть так много людей сегодня с нами здесь. Я рад, что мы видим, что мы как-то, что нас слышат и нас видят по Фейсбуку и по нашему каналу в Ютубе. Еще несколько тысяч человек. Барух Ашем, программу, которую мы начали полтора месяца тому назад, завоевала такой успех в нашей общине. И я очень рад, что у нас ведущие раввины нашей общины каждую неделю, Моцеей Шаббат, с нами здесь, в Ор-Натане. Мне хотелось бы напомнить, у нас здесь, в Ор-Натане, ежедневно молитвы, утренние, дневные, вечерние, программа для детей, воскресная еврейская школа, уроки иврита, занятия для взрослых, для женщин, чтение Тейлим для женщин, а также лекции для женщин, а программы для мужчин, Парашат Шавуа, уроки Гемара. И это каждый день у нас здесь, у нас раздача продуктов. Мы выпускаем журнал «Дружба», журнал «Шалом» на английском языке. И Барух Ашем, у нас начинает функционировать наш канал по Ютубу «Дружба ТВ». Сегодня, Барух Ашем, наш гость — это рав Иммануэль Лазаров. Рав Иммануэль Лазаров — молодой раввин, который получил свое еврейское образование в Бухаре. Затем он продолжал свое еврейское образование в Иерусалиме, в одной из известных ешив в Иерусалиме. Он стал раввином Шохет, Моэль. И я помню, как мы открыли нашу маленькую синагогу на 63-й, в 2003 году. Один из первых, который присоединился помочь нам давать уроки, проводить молитвы, это был рав Иммануэль Лазаров. Ровно 11 лет тому назад мы открыли здесь синагогу в Ригу парке, прямо на Квинс-бульваре, в центре Квинса. И я помню, первые несколько лет открывал каждое утро синагогу и начинал утренние молитвы, это рав Иммануэль Лазаров. И а вам, рав Иммануэль, огромное-огромное спасибо за всю помощь, которую вы оказывали нам. Огромное спасибо за ту помощь и за то, что вы ведете на сегодняшний день в нашей общине. Кстати говоря, рав Иммануэль также раввин синагоги Бет-Джекоб, которая находится на 63-й между Йеллоустон и 102-й улицей Форест-Илси. Добро пожаловать в Ор-Натан и попросим бехавад рав Иммануэль Лазаров. Thank you. Shavua Tov. It works? Alright. Shavua Tov. Как приятно быть тут. Тискула Митцвот, Раби Нахум. God bless your family. Мисс Мирьям. Тискула Митцвот. Я хочу сказать вам спасибо от имени общины. От имени всей общины. That's unbelievable what you're doing. Whatever you're doing, God bless. И хочу сказать спасибо от своего личного имени. Спасибо большое. March 1953. Умер вождь или диктатор Иосиф Виссарионович Сталин. Моя мама рассказывает, как она, будучи маленькой девочкой в школе, когда они узнали об этой новости, все вышли и стали плакать, как мы будем дальше жить. Ушел вождь. 1953 год. Нью-Йорк. В Форест-Хиллсе открывается синагога. Синагога открылась в 1953 году, в 2011 году. Звонит мне
Хозяин этой синагоги попросил, чтобы я был в этой синагоге раввином. Эта синагога открылась в тот же год, когда умер Сталин. Это ответ Сталину, что та девочка, которая плакала, это моя мама, ее младший сын, сегодня раввин в синагоге, куда Сталин не разрешал приходить. Работай, каждый из нас чудо. Как приятно быть в этом зале. It's unbelievable. Не из того, что это прекрасная такая постройка. Сколько святости тут. Сколько тут есть сердца. Сколько тут есть мицвот. Маасим товим, рабинахум, тизкеля мицвот. Это все начиналось с маленького домика, потом в подвал, потом перешли в этот зал, but it was not easy. Столько было оппозиций, сколько было трудностей. До сегодняшнего дня it is a miracle. You are a miracle. Каждый из нас – это чудо. Если я буду рассказывать историю своей семьи, как я пришел сюда, это чудо, что я вообще жив. Это чудо, что каждый из нас жив. Каждый из нас – чудо. Каждого из нас Всевышний поставил в этот мир на день его рождения и сказал, без тебя я не хочу больше продолжать этот мир. Без тебя этот мир не готов продолжаться. Во вторник вечером я пошел спать, в среду утром проснулся, на улице был снег. Было много снега. Это был день Ту Бишват. Ту Бишват – это праздник деревьев, right? Праздник деревьев, Новый год для деревьев. Какой Ту Бишват? Сколько снега, холодно, температура ниже нуля. Какой это Новый год? Пусть будет Новый год для деревьев в апреле. В Нью-Йорке, может быть, в мае. Какой Новый год для деревьев? Тот же самый ответ, с чего я начал. Ашем Мацмех Ишуот, Всевышний, смотрит за нами. Мы не видим эти деревья. Мы видим смерть, мы не видим жизнь. Дерево мертвое. Под снегом, холод. Какой Новый год? Мы этого не видим. Hashem is controlling. Hashem контролирует все. На прошлой неделе еврейский народ прошел через Красное море, ходит по пустыне три дня. Три дня по пустыне. Can you imagine? Нету воды. Нету воды. Кроме того, что были взрослые мужчины, 600 тысяч, были дети, женщины, старики и много животных. Нету воды три дня подряд. Мы приходим, мы находим воду, пробуем эту воду. Что с этой водой? Соленая. You can't drink it. Соленая вода еще хуже, лучше бы не нашли. Что говорит Всевышний Моше? Моше говорит, возьми дерево, брось воду. Да чего дерево? Брось мед, послаще будет вода. Почему дерево? Тот же самый ответ. Hashem is on control. Мы этого не видим, мы видим горькую воду. Hashem контролирует все. I have no idea how much Hashem loves you. Как Hashem нас любит. Как Hashem нас оберегает, каждого из нас. Каждый из нас invaluable. Работаем, мы не знаем, просто какие мы прекрасные люди. Когда мы делаем тешува, приходим, мы не делаем тешува из того, что мы не хорошие люди. Каждый из нас – это бриллиант. Каждый из нас не имеет цены, работай.
Каждый из нас, мы делаем тешува, потому что мы Всевышнему говорим: Всевышний, I'm sorry, я извиняюсь, что я не был тем, кого ты меня создал. Но ты меня создал цадиком, ты меня создал праведным, ты меня создал такой цадеке, ты меня создал unbelievably great, и я могу все это делать, я просто не был самим собой, I'm sorry for that. Ашем Мацмеах Ишуот. Сегодняшняя тема – как избавиться от проблем. Как избавиться от проблем? Всем интересно. Знаете, мне тоже. Как избавиться от проблем? Мудрецы говорят, если у человека в течение 40 дней в течение 40 дней, 40 days, нету проблемы, то это большая проблема. Значит, Всевышний про тебя забыл. Всевышний про тебя забыл. То есть, кто мне дает проблемы? Всевышний. Всевышний дает мне какие-то проблемы. Я хочу вас попросить, перед тем, как продолжать этот класс, я хочу, чтобы все пристали со своего места. Пожалуйста, встаньте со своего места, с вашего позволения, you know, after Shabbat. И я хочу попросить вас сделать небольшой exercise, да? Слушайте внимательно, что будем делать сейчас. Я хочу, чтобы каждый из нас развернулся в правую сторону, да? Возьмем руку перед собой. Развернулся в правую сторону и reach. Делайте до тех пор, пока вы не сможете. Но стойте прямо, стойте, смотрите на меня. Стойте прямо. Просто поверните руку свою на правую сторону и достигните до тех пор, пока вы не можете, да, поворачивать. Давайте сделаем так. И посмотрите, где ваша рука. Now. Просто запомните, где ваша рука. Запомните. Right? Все, расслабьтесь. Теперь чуть-чуть сложнее. Теперь сделайте то же самое, но попробуйте достать еще дальше. Чем дальше, тем вы можете. Еще дальше попробуйте. Да? Вы достали подальше или нет? Или хуже, чем в прошлый раз? Получилось подальше? All right, Хазак Кубаров, присаживайтесь. Ah, very nice. Сия Сорнатан может рекламировать, что вы тоже делаете йога. All right. Для чего я это сделал? Когда у человека есть какая-то цель, только тогда человек может ее добиться. Первый раз я попросил вас достать как можно дальше as possible. То есть пока уже невозможно, как можно дальше. Мы достали, как мы можем. Но второй раз я попросил вас постараться еще сильнее. Постарайтесь. И как вы думаете, вы смогли достать еще дальше, чем вы могли в прошлый раз? Хотя в первый раз я сказал, сделайте как можно дальше. Right? Когда у человека есть цель, только тогда человек может ее добиться. Я вернусь на это обратно. Я пойду на очень интересную тему. Всевышний отправляет в этот мир разные болезни. И есть болезни, которые называются холаим неэманим. Болезни, которые неэман, это холаим неэманим. То есть они верные болезни, да? Верные болезни. Есть верные болезни, есть холаим раим, нехорошие болезни. Что такое холаим неэманим? Холаим неэманим, каждому человеку Всевышний отправляет болезнь, который имеет цель от А до Я, то есть с сегодняшнего дня до такого-то времени.
Да? Эта болезнь должна уйти после того, как человек уже сделал тешува. Ради чего-то всего управляет болезнь. Но когда болезнь видит, что человек не делает правильный тешува, болезнь говорит, not going away. Я не ухожу никуда. Меня для чего сюда отправили? Чтобы исправить этого человека. Что он делает? Он не исправляется. I want to stay here. Мне изад карсоден. Я останусь тут. Да? И болезнь продолжает оставаться. Это называется холаим лоне эманим. Болезни, которые нехорошие. То есть они неэман это верные. Это болезни неверные. Это гулящие болезни, да? Неверная болезнь. Дорогие друзья, каждая болезнь имеет свой адрес. Каждая проблема имеет свой адрес. Но я спешу вас обрадовать. Всевышний никогда не даст проблему, которую человек не сможет преодолеть. И если бы не проблема, мы бы не смогли делать то, что мы можем сегодня делать. Благодаря тем самым проблемам мы можем что-то идти дальше, что-то сделать дальше. Почему? Мудрецы говорят, зачем? Для чего Яаков Авину, нашему праотцу? Зачем ему нужен был Эсав? Эсав со дня рождения, до дня рождения, со дня зачатия, Эсав gives hard time to Яаков. И мудрецы объясняют, если бы не Эсав, Яаков никогда не стал бы Яаковом. Он никогда бы не получил, не взял бы свой потенциал, если не самые проблемы. Если не эти проблемы, то тогда ты не сможешь быть тем, кого Всевышний отправил в этот мир. Для того, чтобы человек взял свой full potential, Всевышний дает ему какие-то тесты. Авраам Авину. Авраам Авину. 10. У него было 10 тестов, через которые он прошел. Проблемы. Зачем проблемы даешь? Человек любит тебя. Как избавиться от проблем? First of all, fall in love with your problem. Say thank you. Потерял деньги? Прыгай от счастья. Хазаку барух, thank you very much. Спасибо Всевышний, что я потерял деньги сегодня. Хазаку барух, thank you. Проблемы в семье? Thank you, Hashem, thank you very much. Let me take care of it now. Значит, Всевышний видит, что ты можешь решить эту проблему. Он вашу проблему мне не даст, потому что я не смогу вашу проблему решить. Но никогда мою проблему вам не даст, потому что вы не сможете мою проблему решить. My dear friend, Всевышний дает тебе custom-made то, что ты сможешь сделать. Для чего? Для того, чтобы ты пошел выше левелом. Пошел дальше. На этой неделе мы читали про Итро. Итро. Итро – это не еврей, это гой, это идолопоклонник. Но мы знаем со стороны истории, что он становится евреем. Вейхад Итро. То есть Итро решил сделать себе обрезание, решил сделать пари, да? Но Итро – это гой. Итро приходит к Моше Рабейну. Вейшма Итро. И услышал Итро. Что он услышал? Разве только он слышал? Весь мир слышал, весь мир видел, весь мир знал про еврейский народ, весь мир знал про выход из Египта, весь мир об этом знал. Вайшма Итро. Итро пришел. Итро оставил все. Итро решил прийти к кому? Моше Рабейну. Он сказал, я пришел к тебе. Пожалуйста, прими меня. Я оставил семью, я оставил свои, я не знаю, того дня, идолопоклоннические места. Я глава огромного, да, то есть за мной столько людей идут. И я готов прийти к тебе, пожалуйста, прими меня. Если ты меня не принимаешь, прими меня ради своей супруги. Если не ради своей супруги, прими меня ради своих ее детей. Пожалуйста, прими меня. Я готов сделать что-то. Это, дорогие друзья, почему мы делали exercise? Почему мы делали exercise? Потому что Итро, у него была цель. Мудрецы говорят, Итро отличался от других идолопоклонников. Ему было интересно.
Он сначала сказал, знаешь что, вот это Бог, вот эта деревяшка будет Бог, я буду поклоняться этому дереву. Он поклонялся этому дереву, он на самом деле думал, что это Бог. Когда он узнал, что деревяшка это не Бог, он сказал, это значит статуэтка Бог, он стал поклоняться статуэтке. Когда он узнал, что нет, статуэтка это не Бог, дальше он стал поклоняться пыли. Узнал, что пыль не Бог, он стал поклоняться ветру, ветер не Бог, он стал поклоняться всему угодно. Нету Авода Зара, которому Итро не поклонялся, то не, но это не было Бахавас, я просто хочу, да, эксперимент. Он хотел узнать, где правда. Когда он узнал, где правда, что он сказал? Я оставляю все, я готов прийти. Я готов прийти для того, чтобы acknowledge, знать, что такое правда. Знаете, очень интересно, что Рабби Нахум делает тоже YouTube-видео, и на этой неделе он говорил, и трогал на самом деле, как сегодня эквивалент Папа Римский. Но это не секрет, что любой Папа Римский, он знает правду. Он знает Моше Эмет, Торато Эмет. Он знает, что еврейство – это правда. Он знает, святость – это еврейство. Почему Папа Римский не приходит? В Риме разве нету раввинов? Или что, он не может полететь в Израиль? В Израиле его встречают раввины тоже. Что, он не может сказать, I'm sorry, я хочу быть евреем. Давайте учить дальше Гемара, учить Мишна. Он знает про все, он знает про устную Тору, он знает устную Тору, он знает всю правду. Почему он не приходит? Потому что он не делает этот эксерсайз, который вы сегодня делали. Узнал правду. Сделай какой-то exercise, сделай себе какую-то цель и добейся этой цели. Работай. У каждого из нас есть проблемы. Но мы должны знать, как я сказал, хола имне эманим. Каждая проблема имеет срок годности. Точно так же, как сегодня зима, холодно. Холодно, не хочется на улицу выходить. Но хазаку бару каждому, кто пришел в этот холод. Но этот холод скоро закончится. Это сезон. Всевышний дает нам проблемы. Всевышний дает нам разные проблемы, но он дает с этими проблемами тоже какой-то сезон. Сезон заканчивается, проблема уходит. Don't be afraid. Hashem is under control. Мы видим эти деревья, им холодно, but it's not true. Дерево уже питалось из земли, всю воду земли, которую нужно взять, взяло. Сейчас дерево делает те самые ростки. Тот день, когда умер Сталин, дорогие друзья, в этот день открывается синагога, в которой сегодня я равен. That's crazy. Это синагога, why I love this shul. Because this shul is a miracle. Every day you open this shul, every day is a miracle. Каждый день, когда открывается эта синагога, каждый день это чудо. Про эту синагогу написано в Гемаре. Как? В этой Орнатан написано в Гемаре? Да. Как написано в Гемаре? Написано во времена Машиаха. Все театры превратятся в синагоги. I could see Hashem Mashiach is coming through this shul. Это ответ на то, что где Mashiach? Mashiach is coming. Mashiach приходит, написано в Гемаре. В Гемаре нету неправды. Эта синагога открывается. Это miracle every day. Против всего. God bless. God bless. Tiskele mitzvot, Rabbi Nachum. You always lead by example. Тискеле мицвот, наша работа что-то делать. Наша работа не говорить, он на мне женился, make me happy. Его работа делать меня счастливой. Она вышла замуж, я ее кормлю, то есть я зарабатываю, она должна мне что-то делать. Работай, take charge. Если вы хотите быть счастливым, будьте счастливым. Или счастливый. Don't depend on someone else. Lead by example. Очень интересная история в Гемара. Большой рав
он был против мнения мудрецов. Мудрецы говорили одно, он четыре вещи был против мудрецов. Он говорил, нет, Аллаха не такая. И ему сказали, I love this piece of Gemara. Ему сказали, пожалуйста, мы дадим тебе титул Авбедин, глава Бедина. Ну, сегодня называется у нас, я не знаю, Chief Rabbi, right? So many, Baruch Hashem, бляй нара. Ты будешь Авбедин, пожалуйста, поменяй свое мнение. Просто большинство раввинов говорит одно, ты говоришь другое, просто согласись с ними, and that's it, you will be the best. Тебе будут самое большое уважение давать, у тебя будет самая высокая зарплата. Авбедин должен быть богатый. У тебя будет самая большая зарплата. Ты будешь самый знатный человек. Пожалуйста, согласись, согласись, просто, you know, change your mind. Что он говорит? Он говорит, пусть я буду сумасшедшим в ваших глазах, но Тору, которую я учил у своего учителя, ни на что не променяю. Alright? Время проходит, этот человек уже on a deathbed, да? Он уже умирает. И он говорит своему сыну, Пачим, Джони Дадеш, я ухожу. Я тебя прошу. Ты должен взять мнение мудрецов. По какому мнению они идут, ты иди по их мнению. Он говорит, папа, всю жизнь вас просили, вас умоляли, вы жили в бедности. Мы бы могли быть богатыми, мы могли уже быть, да, Барух Ашем. What did you do? Почему вы не поменяли свое мнение при жизни, когда перед тем, как умирать, вы говорите, меняйте мое мнение? Он говорит, сынок, я все еще не поменял свое мнение. Я тебе говорю поменять твое мнение, потому что я – это яхид. Я учился у своего учителя, я ни за что это не променяю. Они учились у своих учителей, они ни за что это не променяют. Но я один, их много, и поэтому ты не учился у своего учителя. Яхид в рабим. Иди по рабим, иди то, что говорят все мудрецы. Но я не из-за этого говорю эту историю. Слушайте дальше. Из-за чего я говорю эту историю? The point coming now. Сын говорит отцу, подарджонам, все мудрецы сейчас за дверью, они зайдут для того, чтобы с вами попрощаться. Пожалуйста. Скажите слово за меня, чтобы они мне дали какое-нибудь хорошее положение, чтобы когда вы уйдете, у меня было хорошее положение. Увы, вас все уважают. Что ему говорит отец? Я ни слова не скажу. Папа! Он говорит, папа, неужели вы мне не доверяете? Неужели я не заслуживаю? You don't trust me. Я ваше воспитание, я ваш сын. I'm real, I'm good. Пожалуйста, папа, почему нет? Отец ему говорит, всего, что добьешься, будешь иметь. What does it mean? Папа, почему? Все, что я добьюсь, я буду иметь. I know that. Почему вы не можете сказать два слова, сейчас уходите? Отец ему говорит, неужели мне не доверяете? Отец ему говорит, из-за того, что я тебе верю, я не буду ничего ему говорить. Если бы я тебе не доверял, если бы я думал, что это no shoot, no boot, я бы сказал, знаете, take care of him. But I believe in you. You could do it. You could do it. I love you. И поэтому я ничего не скажу. Дорогие друзья, you could do it. Если человек хочет, он сможет. Если человек хочет, если вы достали, когда уже невозможно было достать дальше, поставить себе цель человек сможет. You could do it. You have beautiful neshama. You have such a beautiful neshama, you have such a high neshama, Hashem loves you. Hashem любит каждого из нас. Hashem любит каждого из нас больше, чем мы сами себя любим. Больше, чем любой человек нас любит. Hashem любит каждого из нас.
Почему Всевышний дает мне проблемы? Нет, это не проблемы. Всевышний хочет, чтобы ты поднялся выше левелом. Когда Он тебе эту проблему отправил, Он хочет, чтобы ты поднялся еще выше. Он хочет, чтобы ты что-то сделал. Мы должны lead by example. Многие люди не знают о том, что season will be over. Думают, что это проблема на постоянно. Думают, что как я буду с этой проблемой жить всю жизнь. No, ты не должен жить всю жизнь с этой проблемой. Be happy. Когда ты радуешься этой проблеме, которую Всевышний тебе дал, тогда Всевышний знает, что ты понимаешь, что эта проблема не постоянная. Значит, Всевышний понимает, что ты готов что-то сделать ради этой проблемы. Был такой раввин. 10 великомучеников у нас было в истории. Один из них был его имя Раби Хананья бен Традион. Раби Хананья бен Традион, его вывели на главную площадь. Позвали всех людей. Хотели сделать шоу. Это шоу было, что они его сейчас заживо будут сжигать. Для того, чтобы сжечь его, берут шерстяные тряпки, ставят ему на сердце, мочат эти тряпки, ставят ему на сердце, чтобы он умирал не быстро, мучился больше. Окручивают его сефер Торой и сжигают. Его сжигают, люди видят, буквы Сефер Торы улетают. Parchment, это самая кожа, сжигается, но буквы улетают. Но сам Раби Хананья бен Традион, он горит, и ему больно. И тогда палач, который дает огонь больше и больше, он видит такого мудреца, умирает, он был не еврей, он был гой, и он говорит ему: дорогой старик, скажи мне, как я могу тебе помочь, скажи мне. Раби Хананья бен Традион говорит: пожалуйста, убери эти мокрые шерстяные тряпочки от моего сердца, я хочу побыстрее умереть. Он говорит: убрать уберу. Можешь ли ты мне гарантировать, что я получу грядущий мир из-за этого? Раби Хананья бен Традион говорит: я тебе гарантирую. Он убирает эти тряпки и сам прыгает в огонь. Когда Раби Иуда Анаси услышал про это, узнал про это, он сказал: «Еш, оламо, беша, ахат». Человек, есть люди, которые они получают свой грядущий мир за один момент. Шаайхат, это переводится один час, но на самом деле это один момент. Мудрецы говорят, чтобы человек приходил в синагогу шаайхат лифне тефила, час до тефила, но это не час до тефила, это хотя бы один момент до тефила, для того, чтобы знать, куда я прихожу, чтобы сделать свой кавана. Сейчас буду разговаривать со Всевышним. Один момент, шаайхат, это один момент. Раби Иуда Анаси говорит, что один момент человек получает свой олам аба, говорит про того гоя. Раби Иуда Анаси, это был человек, ангел, он был, нет, it was not normal man. Неужели? И Раби Иуда Анаси, он жалеет о том, что столько лет он изучает Тора, он получает своему олам аба, что он изучает, сидит, изучает. Неужели Раби Иуда Анаси завидует этому гою, который всего лишь за секунду он получает олам аба? Ответ феноменальный. Раби Иуда Анаси, он не завидовал этому гою, но он завидовал ему в тот момент. Как? Кинат Суфрим. Он сказал, этот гой, он услышал что-то, got inspired. Он получил вдохновение. И он что-то с этим вдохновением сделал.
Итро услышал что-то, он узнал, что Бог еврейский выносит, то есть еврейский народ выходит, Бог их Всевышний выносит, что он делает? God inspired, он вдохновился, он что-то сделал с этим вдохновлением. Моше Рабейну это не делим, не только мы читаем Вайшма Итро, мы читаем Вайшма Моше, Итро ему на следующее утро говорит: Моше, домоджон, неправильно. То, что ты делаешь, это неправильно. What do you mean неправильно? Я с Богом разговариваю, Бог мне говорит судить. Я сужу. What are you talking about? Тем более, это father-in-law. Мог бы сказать, I'm sorry, you know. Только еврей встал, не нужно, да, учить. Я с Богом разговариваю напрямую. What do you mean неправильно? Моше сидел, весь народ стоял, каждый хотел с Моше прийти поговорить. What's the problem? И он говорит: Моше, неправильно. И тебе будет нехорошо, и народу будет нехорошо. Что ты должен сделать? Ты должен сделать специальные судебные разные левелы. Кто отвечает за 10, за 50, за 100, за 1000. Те, кто не могут ответить, потом придут к тебе, и ты спросишь у Бога. Знаете, написано «Вишма Моше». Что такое «Вишма Моше»? Моше услышал. Make sense. Что он сказал? Я полностью меняю. Как суд работает? До сегодняшнего дня суд работает по той схеме, которую сказал Итро. Кто это сделал? Моше. Почему? He heard, he got inspired. Он услышал, он сказал: да, make sense, let's do it. Сегодня в синагоге говорил: Вайшма Итро, Итро услышал. Раби Иуда Анаси услышал, Раби Ханане бен Традион, тот гой, который бросал его в огонь, который прыл Олам Аба, тоже получил Олам Аба из-за этого. Раби Ханане бен Традион ему обещал Олам Аба. За один момент он услышал, God inspired. И он что-то сделал с этим. Когда мы слышим что-то, you get inspired, do something with that. Потом, почему? Раби Иуда Анаси, он говорит, каждый день, каждый день я вдохновляюсь. Но что я делаю с этим вдохновлением? Каждый из нас в добрую школу идет, да, слава Богу, живем в Нью-Йорке, много людей идем либо на свадьбу, либо на вишву, либо это. Да. Когда мы приходим обратно, о чем мы говорим? Плов передержали. Намакеш набу. Да. Или мы говорим: вах, какие были, смотри на нее. Да, о чем мы говорим? If you get inspired, или мы говорим, даже иногда мы говорим: Равин Хазаку Барух, молодец, такой спич, beautiful. Потом выходим из зала, что? Продолжаем быть теми, кто мы есть. Раби Иуда Анаси говорит, этому гою я завидую из-за чего? Из-за того, что он узнал, и он стал что-то делать. Вайшма Итро, услышал Итро, Вайшма Моше, услышал Моше, они сделали что-то. Вопрос, который я сегодня в синагоге тоже сказал. Будет ли Вайшма Иммануэль? Услышал Иммануэль? Что я поменял? Что я сделал? Вопрос каждому из нас. Когда ты что-то слышишь, когда ты get inspired, когда у тебя есть, да, вдохновление. Ты услышал что-то и наговоришь, да, make sense, Хазаку Барух, I want that. Just do it. Just do it. Sounds difficult. Но это не тяжело. Знаете, на русском языке есть такая вещь. Глаза боятся, руки делают. Пока ты не начнешь делать, это только страх, только яцерара. No. Мацмех еще от Всевышний, мацмех еще от, это как дерево, то самое дерево, мы сегодня не видим листьев, мы сегодня не видим плодов, мы сегодня, но дерево начинает уже, Всевышний то же самое в нашей жизни, он, у него есть ответы на каждый из наших вопросов, у него есть решение на каждый из наших проблем, у каждой нашей проблемы есть point A, есть
this point back, где эта проблема заканчивается. Но проблема в том, что мы смотрим на эту проблему, мы боимся, потому что думаем, что никогда эта проблема не закончится. Интересная история. Знаете, есть hunters. Это hunters, охотники. Охотники на обезьян. You like it? Охотники на обезьян. Как они ловят обезьян? Они берут коконат, кокос, делают его пустым. И делают там отверстие для того, чтобы рука только зашла. Да? И ставят в этот коконат внутрь какой-то фрукт. То, что обезьяна любит. Обезьяна приходит, заносит свою руку в этот кокос. Когда берет этот фрукт, рука уже не выходит. Держит этот фрукт. Она хочет этот фрукт. Я хочу это. Рука не выходит. Он хочет убежать. Приходит тот самый человек, который приходит, чтобы поймать его, да, поставить в клетку, да, и делать то, что ему нужно сделать. Но эта обезьяна хочет убежать, но не может. Почему? Потому что держит тот самый фрукт. Человек держится для того, чтобы... Да, думает, что я не хочу отдать этот фрукт, но забывает, что ты умираешь из-за этого. Let it go. Let it go, you will live. Глупая обезьяна, да? Ай-яй-яй. А может быть, Дарвин будет прав? Может быть, иногда мы обезьяны? Может быть, иногда мы держимся за то, что «My God, I cannot!» Как я могу не пойти шаббат на бич? Как я могу шаббат не делать шашлык? Я не буду шашлык, я только отдыхаю шаббат. Дорогой рабай, шаббат – это мой бизнес. Long Island парикмахер, I can't. Hashem knows that you парикмахер in Long Island. Кто будет платить мой рент? Ты не платишь свой рент. Trust me, you do your ishtadlut. Of course, мы не должны дома сидеть. Мы должны работать. Мы должны делать то, что мы должны делать. Но ты не платишь ничего. Don't forget, Hashem gives it. Если Hashem дал бы нам просто муху прокормить, мы бы не смогли прокормить муху. Иногда мы обезьяны. Иногда мы держимся за что-то, не хотим это отпускать, потому что, oh my God, what am I gonna do now? Шаббат, как телевизор? Я хочу телевизор, я не могу без телевизора. Или другой день, вообще, get rid of TVs. Иногда мы той самой обезьяны, которой хотим держаться за какую-то ерунду, but шаббат — это мот юмат. Карет, Всевышний тебя отрубает. Всевышний создал этот мир, создал солнце и сказал, ты будешь светить. Солнце светит. Создал птиц, сказал, вы будете летать, они летают. Создал рыб, сказал, вы будете плавать, они плывут. Создал человека, сказал, ты будешь шумер шаббат. Мы говорим, нет. Солнце – продолжение Всевышнего. Рыбы – продолжение Всевышнего. Природа. Ах, как прекрасно на природе, да? Когда человек видит, это природа Всевышнего. It's beautiful. Продолжение Всевышнего. Продолжение человека. Человек тоже продолжение Всевышнего, если он делает то, что Всевышний ему говорит. Если человек не делает то, что Всевышний ему говорит, он ломает эту гармонию. Ты не продолжение Всевышнего. Каждый из нас внутри нас имеет DNA, шомер, шаббат. Каждый из нас цадик, каждый из нас святой. Каждый из нас хочет шлом байт, каждый из нас хочет любить свою жену, хочет любить своего мужа. Каждый из нас внутри любит каждого еврея. Потому что это у нас в DNA. Если это не так, то значит мы делаем что-то неправильно, мы не делаем то, что Всевышний хочет. Всевышний любит нас, и Он хочет, чтобы мы любили каждого. We're beautiful, we're so great. Hashem's fingerprints all over you. Hashem сделал каждого из нас, и Hashem's fingerprints на нас. Мы часть Hashem'а.
can you not want to do it? You get inspired, just do it. Don't be a monkey. Stop being monkeys. Смех еще от. Сын верит в Отца, и поэтому говорит, никому не скажу про тебя, сам добивайся. You can do it. You can do it. Последняя история. I like the story. Тоже Гемара. Кстати, дорогие друзья, перед тем, как я закончу, перед тем, как я скажу эту историю, I encourage you. Дорогие женщины, дорогие мужчины, хотите настоящий шлом байт? Изучайте Тора. Не просто имейте хумаш дома, сидите у себя в зале. Go to study. Найдите бет мидраш. Найдите место, где изучает Тора. Отправляйте своего мужа. Дорогие жены, дорогие женщины, it's nothing more beautiful. Hashem created a man, a continuation of man is study Torah. Да, мы хотим мужа поближе, чтобы был рядом, да, женское счастье. Пусть будет рядом Хазаку Барух. Enjoy your Shabbat together. Отправляйте своего мужа, чтобы изучал Тора. Я не знаю ни одного человека, который ходит в Бет Мидраш, который поднимает руку на свою жену. Если мужчина не уважает свою жену, значит, он не был бет мидраш. Значит, он не знает, что такое бет мидраш. Значит, он не нашел еще себя, он не знает, кто он такой, он не знает, какой он святой, он не знает, что он gem, что он beautiful, что он бриллиант. Каждый из мужей бриллиант, каждый из жен бриллиант. Для того, чтобы раскрыть Всевышний, как разговаривает с нами Всевышний сегодня? Кто-нибудь разговаривает со Всевышним? Я с ним разговариваю. Я разговариваю со Всевышним. Как? Я хожу изучать Тора. На этой неделе мы читали, последняя алия сегодня мы читали. Всевышний говорит, там, где ты меня позовешь, я приду и благословлю тебя. Wherever you are. Неважно, где ты в своей жизни находишься. Будь тебе 13 лет, бар мицва, будь тебе 55 лет, будь тебе 75 лет. Wherever you are, там, где ты сейчас, сегодня, где ты позовешь Всевышнего, Всевышний придет и благословит тебя. Don't be afraid. Не бойтесь просить у Всевышнего много. Всевышнего есть. Всевышний имеет все. Всевышний может дать все. Как избавиться от проблем? Love your problems. Enjoy your problems. And the problems will perish. Проблемы уйдут. Возможно, это даже и не проблема. Anyway, если у человека есть проблемы, go volunteer in a hospital for one day, right? Take a look what the real problems are. Anyway, ну я перейду на интересную последнюю мою историю. История из Гемара. Был такой человек, которого звали Элиэзер бен Дурдая. Элиэзер бен Дурдая, у него была одна проблема. У каждого из нас есть свои проблемы, да? Каждый имеет свой лагерь. У него была одна проблема. Какая у него была проблема? Он любил женщин. Разных. Когда он узнавал, что какая-то красивая женщина где-то есть, для того, чтобы она его обслужила, он готов был заплатить любые деньги, чтобы... Да, как мужчинам интересно стало. Мужчины до сих пор спали. Он сказал, любые деньги плачу, любое... Да, я уйду в любое место для того, чтобы иметь немножечко наслаждения. Элиэзер бен Дурдая. Ну, мы поняли, кто он такой. Да? Бабник это называется. По-бухарски просто не говорите. Однажды я был на Ишво, и внучка, ей слово дали. Она уже взрослая внучка. Она говорит, а это Ишво было бабушки.
И она для того, чтобы свою бабушку сказать про нее хорошие вещи, она говорит: «Бобом будак делав босс». Anyway. Элиэзер бен Дурдая был именно вот этим человеком. Он готов был заплатить любые деньги, что-то новое, что-то свежее. I'm ready. И тогда ему сказали: есть одна красавица, она живет за 7 морей. 7 морей, дорогие друзья, это не времена самолетов и вертолетов, это не времена машин, это не времена велосипедов. Nothing. Ты должен на своем осле туда идти. 7 морей. Ему сказали: там есть одна красавица. Он говорит: done. Leave all absence, business for you. Я пошел. 7 морей. Я не знаю, сколько, месяц туда пойти, чтобы. Проходит через 7 морей, встречается с этой красавицей. Смотрит: на самом деле красавица, стоила. 7 морей, я увидел тебя, it was worth it. Она смотрит на него и говорит: 7 морей, ты такой сосредоточенный, ты наверняка еврей. Он говорит: да, я еврей. Да. Она говорит: ты знаешь, Бог тебя никогда не простит. Он говорит: what are you talking about? Бог меня не простит? Она говорит: да, Бог тебя не простит. Он собирает свои вещи. Он отворачивается, он уходит. И он говорит: не может быть, что Бог меня не простит. Он начинает плакать. Он идет к горам, он горько плачет. Он говорит: горы, Орим, пожалуйста, помогите мне. Помогите мне, скажите Богу про меня. Я делаю фул тешува, пожалуйста, попросите Бога за меня. Будьте моими, да, адвокатами. Горы ему говорят: we can't. Мы сами еле кое-как стоим, ветер немножечко, мы сами падаем, кто бы нам помог? Не можем. Он просит звезды. Звезды говорят: не можем помочь тебе, как можем Богу сказать про тебя? Он просит солнце и луна, пожалуйста, помогите мне. Поговорите со Всевышним, скажите за меня, я на самом деле раскаялся, я хочу раскаяться, пожалуйста. Солнце и луна ему говорят: у нас у самих нету силы, один ночью, другой зимой, другой днем. We can't. Мудрецы объясняют, что Гемара — это не просто история. И, кстати, заканчивается история, да? Если бы был какой-то американский, да, писатель, он наверняка написал бы, да, so beautiful, happy end. Но это Гемара, это правда, это честность. И Элиэзер бен Дурдая умирает. Он сидит, вот так колени между, голова между его колен, он плачет до тех пор, пока не умер. А что дальше? Unbelievable. Голос приходит с небес и говорит: Раби Элиэзер бен Дурдая, ты приглашен на Хая Олам Аба, на грядущий мир. Голос с небес – это голос Бога. Раби Элиэзер бен Дурдая, Раби, Равин, он Равин, Гемара, Всевышний ему говорит: Равин, идем, ты принят. Ау! Какой он раввин? Он что, умер, он изучая Гемара? Он что провел свое детство где-нибудь в Хедере? Он имел семью какую-нибудь? Он что-то сделал, что-то после себя оставил? Какой он раввин? Раввин — человек, которому мы что-то учимся. Когда он попросил горы, чтобы им помогли горы. Горы – это на иврите «харим». Это похоже на слово «хорим». «Хорим» – это родители. Он сказал: я не виноват,
Бог, я не виноват. Я не виноват, что я такой нехороший. Я не виноват, что я не признавал Бога. Это все родители. Родители, они смотрели телевизор в шаббат. Ну, тогда не было телевизоров, но эквивалент до сегодня. Они ездили на машине, они пользовались лифтом. Они держали телефон на руках постоянно. Они не обращали на меня внимания. Они не отправляли меня, они поставили меня в public school. Невозможно было с такими родителями быть шумер шаббат. I can't, I'm sorry. У меня папа был такой же, мама была такая же. How can I be better? Родители ему сказали, «Вой баджу не мог, мы не можем тебе никак помочь, ты не можешь нас винить. Мы сами сейчас там отвечаем». Тогда он сказал, «Звезды, звезды, это мои друзья, моя школа, они виноваты, друзья, я хотел быть такими, как друзья, я хотел быть такие же, как они». Но я в этом не виноват, даже если не хотел бы, я стал, как они. То есть все они так были, просто я стал лучше всех делать нехорошие дела. Но он сказал, я в этом не виноват. Его друзья сказали, sorry, мы за себя должны отвечать, мы тут вообще ни при чем. Тогда он сказал, солнце и луна, мазалот, мазалам хамин. У меня такой мазал. Мазал у меня такие, нравятся женщины, некоторым людям не нравятся женщины, мне нравятся женщины, that's it, но мазал у меня вот такой, да? Сегодня, слава Богу, в Америке делают туалеты полумужчины, полуженщины. Они говорят, я сегодня чувствую себя женщиной, я хочу взять женский туалет. Говорят, да, хазак барух, но прав, чувствуешь правильно. Он говорит, я это чувство, это я не виноват в этом, просто мне нравится женщина. What can I do? Мазалот ему говорят, I'm sorry, can't help you, не можем тебе помочь. Почему называют Раби Элиэзер бен Дурдая? Чтобы научить нас уроку, что он нас научил одному уроку. Какому он уроку нас научил? Урок закончился. Оставьте портфель завтра за родителями. All right. Какой урок он нас научил? Он нас научил хороший урок. Ты не можешь винить никого. Ты не можешь сказать, у меня родители такие. Ты не можешь сказать, я в Лонг-Айленде работаю, рент большой, все там в шаббат только стригутся. Ты не можешь сказать, у меня жена не религиозна, че, и поэтому я не могу, и поэтому я не делаю этого. Муж ничего не понимает, ничего не хочет делать. Да, только смотрит, завтра Супербол, да, и он все, вот это ему интересует, все, томом. Ты не можешь сказать, о май гад, еще вы были столько такие дорогие, unbelievable, я не мог своих детей отправить. You can't blame anybody. You can't blame anybody из-за этого такого человека нехорошего, да? Называют голос небес, Раби Элиэзер бен Дурдая. Он научил нас, что ты не можешь кого-то винить в своих проблемах. Everybody is responsible. Каждый из нас был на горе Синай. Всевышний не хотел нам давать Тору. Всевышний сказал, я вам дам Тору, что вы мне за это дадите? И мы сказали, худо, мы вышли с Египта богатыми. Золото, серебро, все, что у нас есть, они ту. Бог говорит, золото, серебро я вам дал. Это мое все. Не можете мое мне дать. Тогда мы сказали, Авраам, Ицхак и Яаков, зухут наших отцов. Всевышний сказал, Авраам, Ицхак и Яаков, рафтан, что вы мне можете дать? У нас больше ничего не осталось. Мы сказали, худо. Мы торжественно обещаем. Клятва Гиппократа, да? Но это каждый человек сказал. Ты не должен быть... должен МД иметь. Каждый из нас торжественно обещал на горе Синай. Мы обещаем, что мы своих детей будем воспитывать по законам Торы. То, что нам Тору ты дашь, мы ставим
гарантию своих детей. Тогда Всевышний сказал, я вам готов дать Тору. Дал нам Тору. Почему мы, каждый из нас обещал? Поэтому, кстати, закон, что человек не может не слушать своих родителей. Хотя сегодня кабета давеха ветемеха большая мицва, но может не слушать своих родителей, если родитель говорит против что-то Торы. Да? Отвези меня на машине, я не знаю, в Дамикель, Шабот, Шабот, я не знаю, свадьба или ушло. Отвези меня. Дорогой мама, дорогая папа, наоборот, I can't, Шабат. Можешь не слушать. Почему? Против Торы. Когда... Почему мы недовольны иногда? Я вам скажу почему. Потому что we have some expectations. Мы хотим, чтобы было тут, но что-то тут. Да? Ребенок приходит, садишься за стол, ребенок хочет сесть за твои колени обязательно. Столько стульев нет на твои колени. Да? Будь осторожен, то, что ты кушаешь, чтобы мне не упало. И как раз на белую рубашку обязательно, да, тот сам упадет. Человек начинает нервничать. Я хотел, то есть я expected маленький ребенок, чтобы не напачкал меня. That's crazy. И поэтому я начинаю, что фьюм, what did you do? No, relax. Этот кетем, который был, Всевышний создавал этот мир, он создал тоже вот это самое пятно на твоей рубашке. Don't worry about that, that's fine. Потому что we have expectations. Работай, don't have expectations of anybody. Имейте expectations только от себя. И я вернусь на то, что я начал. Всевышний имеет ответ на каждый вопрос. Всевышний создал Сталина, Всевышний создал что-то против противовес. Всевышний создал вам проблему, Всевышний создал противовес. Все, что мы должны сделать, сделать шаг. И Бетрат Ашем, Всевышний даст нам благословение. Thank you very much. Огромное спасибо. Шабуатов. Да. У вас вопрос? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Почему сегодня религиозное общение рождается большими поклонениями? Вот если люди религиозные, все стараются соблюдать, и почему так рано умирают люди, не которые там вот родились и дал Бог повесить, они уходят очень часто рано из жизни. Подойди поближе. Ваш вопрос, почему в религиозных семьях дети рождаются с отклонениями? И почему люди рано уходят? Маленькие дети уходят из этого мира не из-за своих грехов. Есть такое положение на небесах, когда нешама говорит, я хочу спуститься в этот мир и быть корбаном из-за того, что столько в этом мире столько грязи. И я готов быть вот этой самой жертвой, эта душа имеет договор со Всевышним. Она приходит в этот мир и делает свой тикун и уходит, но дети никогда до 13 лет, мальчики до 12, даже до 20, они не уходят за свои грехи, никогда. То есть они еще не имеют judgment in the Shamayim. And therefore, они приходят как корбан, и, конечно же, ответ на этот вопрос – это мы. Если что-то произошло там, нужно смотреть проблемы во мне, конечно же, что-то поменять. Когда вы слышали, что-то нехорошее произошло, look at yourself, посмотрите на себя. Не нужно говорить, это политическое положение, это то, это другое. Это мы ответ всегда Всевышний дает нам то, что мы можем выдержать. Если Всевышний это дал, мы можем это выдержать. I hope I answered your question. Yes. Да. Еще вопросы? Thank you. Okay. Shabbat Tov, Morach. Thank you very much. Огромное спасибо, рав Эммануэль Лазаров. Сильнейшая лекция, конечно же, очень познательная. Нам было приятно быть с вами, слышать каждую минуту. И, конечно же, дворим айоцимин алев, нимасимин алев. Вещи, которые выходят с вашего сердца, заходят в наши сердца. Огромное вам спасибо. Дай Бог здоровья вашей маме, вашей супруге, вашим деткам. Тода раба. Огромное вам спасибо. Шавуа тов ле кулам. Все приглашены на все наши программы. В течение недели. Шавуа тов.
хорошая неделя.